Наташа считает, что у нее противный голос, поэтому рассказывать обо всем предстоит снова мне. Вот сейчас мы пересекли грузинско-армянскую границу. Двигаемся в сторону Тбилиси. До Тбилиси всего километров 50, да? Можно и пешком дойти. Ну вот мы и Тбилиси. Ждать тачку пришлось недолго, и нас подбросили. Вот без пересадок. Какой-то час, наверное, доехали. Сюда. И мы сейчас ищем Макдональдс. Чтобы был Wi-Fi, чтобы списаться с серферами, у которых можно остановиться. Наташа придется от Тбилиси, я пока еще ничего тут не видел толком, поэтому сложно сказать. Ну, такой вот мост. Что называют Always Ultra? Как? Always Ultra. Always. Такая вот хреновина непонятная. Это называется ляжки. Ляжки? А это что? Полиоперный театр. Вот такие ляжки. Получилось так, что писки, на которые мы рассчитывали, у каучсерфера подломались, потому что один парень уехал из города, его не сбились, а другой сообщил, что у него куча гостей, что он нас принять не может. Возникла идея позвонить в хостел и предложить им остаться у них без денег, но за портреты. Я позвонил в первый попавшийся хостел в интернете, и предложение было принято. Вот мы идем ищем этот хостел, если найдем, то, слава богу, значит пишемся. Ковел гамеутоти от поплогинс, да мереотахис партопс миер дертепи. Так же быть. Да, вы тоже что, куда можно бросить? Поете. О, может, вы меня фотографировать научите? Это удачно вообще. А вы женщина? То есть вы в идеале знаете, как красить волосы? Вот, наконец мы нашли ночлег за портрет. Вот Ральфа, а это Адольф. Да. Слышно, ни хрена не было, но хорошим людям всегда рады. Ладно, можешь уже положить. Вот, а это Марк, он последние дни живет без паспорта, потерял, его украли у него. Ну, он потерял паспорт, он потерял фотошнамеру, которую купил недавно. Как бы. Он потерял все. Все. Потому что больше у него ничего и нет. Вот, как-то так. Не, ну это печальный дядя, его явно убило лавиной. Ну вот, на самом деле мы сегодня не просто списку нашли без денег, как это и происходит обычно. Но это охрененная списка, и вот сейчас я попробую первый раз в жизни с гранатовым вином. Самолично открытое. Да. Вышел руку. Да. Два портрета как расплата уже покоятся. Вот они, да. Вечер будет долгим, так что это, похоже, не последнее. И кисти сегодня, они тоже напрягутся. Как, слушай, у тебя сама палитра по окончании работ является полноценной палитрой. Ее можно просто как работу использовать. А, о, поверни. Так. Ты этот портрет послезавтра поймешь. Да? Да. Это прям на могилу можно. Что?
чего знает песню? Что такое? Не обидно? За державу-то.